Ребята, всем привет. Сегодня я буду весь день работать в такси. Поэтому, надеюсь, видео вам понравится. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Это будет видео просто о работе, как я накоплю деньги на машину. Вот, поэтому... Как-то так. Давайте сначала доедем до... Показалось, этого не было. Просто какой-то баран катается на своей машине. Не повезло. Но ничего страшного, наша машина в принципе довольно-таки почти целая. Почти. Поэтому сейчас давайте быстренько доберемся. А вот, кстати, он. Быстренько доберемся до нашего заказчика. Заберем его. И будем работать так, пока не накопим много денег. Так скажем, не знаю, сколько мы сможем заработать, потому что получить заказ здесь это уже целая, целое испытание, потому что не все так просто. Людей работает здесь очень много, поэтому не знаю. Работа в принципе оплачивается неплохо, но при этом не могу сказать, что как бы заказов много, поэтому ну, логично подумать, что заработать много и не получится. Вот, кстати, стоит наш клиент. Здравствуйте. Здорово. Так, ну, думаю, поставим 300, потому что человек такой уверенный в себе. Хазу. Да такие 300 слышишь, ну въехать не давай 200. Хорошо, давайте. Так, человеку не понравилось, что слишком дорого. 300 дорого, а 200 нет. Ну ладно. Сейчас довезем его с ветерком, все-таки он попросил. Кстати, странно, при... таких ударах, при авариях в столб и в стену у меня сохранилось лобовое стекло. Довольно-таки неплохо. Здесь аккуратненько проедем. Так ехать нежелательно. Нежелательно, но один раз можно. А, вот, мы и доехали. КБ. Удачи. А, вот, мы доставили нашего первого персонажа за $200. Немного не угадал с его статусом, думал, что он даст все-таки нам 300, но нет, не повезло. Если, ну, получается, надо уже поднимать цены, потому что за километр берут 200, то есть можно уже брать примерно по 400. Ну, будем смотреть уже по самому персонажу, может быть, человек будет при деньгах, и его нужно будет довести очень далеко, возьмем с него, может быть, даже 1000. А я ухожу на паузу. Ребята, вот пришел наш второй заказ за сегодня. Ехать километр. Вполне неплохо. Надеюсь, человек будет при деньгах, и мы сможем его отвезти далеко и за очень дорого. Поэтому... Хотя, в принципе, вот я ждал примерно минуты 2-3. Если так будет, в принципе, продолжаться, то можно будет так по $200, в принципе, собирать. И, может быть, даже получится накопить. Так, это у нас мэрия, кстати. Здравствуйте. Так, персонаж. 400 вас устроит? А, еще раз. Вас просто очень плохо слышно. Берешь путь, делишь на 10. Получается цена за поездку. Ага, все, понял. Сейчас бы поделить на 10. Интересно. Ну, давайте, если он так работал. Давайте хоть попробуем, сколько это получится. Берем путь и разделить на 10.
так, что-то он не хочет. А вы не поставили маршрут? Понял. Не поставил, сюда, сейчас. Да, человек забыл поставить маршрут. Ничего страшного. Так, ну 1000 делим на 10. Угу. Неплохо, неплохо. Ну, 100 так 100. Ладно. Ладно, видимо, жадный клиент. Если хочешь зарабатывать, ты работай лучше автобусником, если ты 2 года ждать. Хорошо, спасибо. Так, $100 за километр. Неплохо, неплохо. Понял, спасибо. Ребята, нам везет, наверное, что нам попадаются попутчики, которые все знают, но при этом не хотят нам давать даже этих никому не нужных $100. Удачи. Человек приехал, видимо, покупать машину в салон Платину. Да, Платина же называется этот салон. Да. Приехал в Платину и не может дать мне даже 200 или 300 баксов. Ну ладно, ладно, уходим на паузу. Пришел нам второй заказ. Ехать до него 600 метров. Неплохо. Надеюсь, сейчас попадется нам человек, который все-таки сможет заплатить нам ту сумму, которую, ну, которая нас устроит. То есть долларов 200-300. Я уже не рассчитываю на больше. Как я понимаю, здесь это, ну, почти невозможно, потому что вот человек... Так. Здравствуйте. Так, ну давайте здесь 300 поставим. Сразу согласился. Отлично. Так, вот и 300 баксиков привалило. Давайте сейчас отвезем человека. Видимо, вот для него это не деньги. То есть $300 он мог спокойно отдать, даже не за... Извините. Даже не задумываясь, просто вот человек решил... Вот сразу. $300, тут ехать 2 километра, ну ничего страшного. Да уж, конечно, моя машина выглядит как... какое-то подобие на нее. Не могу сказать, что это прям машина, но образ есть. И это хорошо, это самое главное, потому что эта машина нам уже принесла $1400. Ну, чистыми 1300 будем считать, потому что эта сама машина там стоит около 50. Удачи. Вот мы и привезли этого нашего клиента. Довольно-таки щедрого клиента. Ждем следующего. Вот наш и третий заказ. Ехать 10 километров! Что-то я... Не-не-не-не-не-не. Так не пойдет, так не пойдет. Спасибо. Спасибо, конечно, но нет. На паузу. Так, пришел сразу же... наш третий теперь заказ, ехать до него 1.5 километра. Вот это заказ. Я не собираюсь почему-то, как-то мне так показалось, ехать 10 километров до него. Может быть, он неплохо заплатил, просто если бы он близко находился, я бы как бы приехал бы за ним. А так я, допустим, буду к нему ехать, а он отменит заказ или что-то такое произойдет. То есть, если бы он мне сразу деньги заплатил, я бы его с удовольствием отвез там на 10 километров. Сглазил. Пришел заказ. 300 метров. Видимо, сейчас час пик для данных заказов. Здравствуйте. Здравствуйте, а можете как можно? Я приехал. Человек, видимо, не ожидал, что я так быстро приеду. Ну, ничего страшного. Пусть он теперь... знает, что такси работают буквально очень быстро. Так, давайте посмотрим, на какое расстояние сейчас у нас закинет. Скажет, куда же нам ехать?
Угу. Так. Ага, ну давайте поставим 350. Так, что-то... Отлично, согласился. Ехать 2,5 километра за $350. Это наш фаворит. Это человек принес нам максимальное количество денег, и 350 мы еще не получали за одну поездку. Таким темпом, в принципе, накопить на машину не составляет никакого труда, потому что вот по 350 так 10 поездил, 3500. 10 поездок по 350. Ну, берем среднюю, там, допустим, 200. $200. $200 умножаем на 10 поездок. Вот как они права-то получили? Кто там не скажет? Ну ладно, ладно, пропускаем. 200 умножаем на 10, 2000. $2000 у нас уже есть, да, 10 поездок. 10 поездок, мне кажется, это около часа, наверное. Ну, ладно. Так, давайте сейчас отвезем еще километр ехать. Что-то с подвеской случилось. Машина вправо. Ну, что случилось? В принципе, понятно, что случилось тут. Ладно, ладно, ладно. Пропустим тоже этот момент. Надо будет потом узнать, где находится СТО. И так, отремонтирую машину, чтобы на таксопарке сказали, что не бита, не крашена. Вообще ее не трогал. Удачи. Так, нас позвали? Или что? Да ничего, я просто в штат вернулся. Пока так. Да. Здравствуйте. Так, к нам... Вы сейчас где? К нам сразу сели. Вы сейчас где? Так, 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 так. Интересно, он... Что он сейчас будет делать? Его куда-то отвезти надо или что? Пока что молчит. Да, знаю. Вам ближайшую? На карте можете посмотреть, там с правой стороны будет написано штрафстоянка, и выберите ее, какая вам нужна. Да, работа таксиста подразумевает собой, в принципе, знание всего города. К сожалению, у меня его нет, но надеюсь, это не проблема, потому что вот заработал уже $1750. Жаль, что человек не знает, где находится точнее, штрафстоянка. Честно говоря, я сам не знаю, где она находится, но по идее это вот куда мы здесь отвозили. Может, 89 мне точно. Да, конечно. Так, ну, человек захотел за $89, ну, ничего страшного, отвезем его за $89. 2 километра ехать. Так, ну, этот человек довольно-таки такой спокойный, сразу видно, тоже как я, ничего не знает в этом городе, но все временно. Сейчас поработаем таксиста, насобираем на машинку. Вот, и будем уже думать дальше, куда устраиваться, что делать, где брать деньги, чтобы купить уже жилье. Кстати, я пока что даже не арендовывал жилье, хоть, если не ошибаюсь, это не особо-то таки дорого, просто я, ну, пока что живу на улице, я бы этот бы так назвал, пока лето, можно и на улице пожить. Вот, поэтому так, сейчас так аккуратненько заедем. Штрафстоянка. Так, пожалуйста. Удачи. Вот мы доставили еще одного пассажира. Ждем следующего. Ребята, пришел заказ. Также 300 метров. Здесь он ехать вон куда. Прям вот хорошее место, оно мне нравится. Сразу вызывают такси. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Куда едем? Вот сюда. 240. Таксист, ехай нахуй, пожалуйста. О, блин. Смешные ребята. К книгам относитесь? Книги вообще читаете? Да, читаю. Читаю. Ой, это, кстати, очень хорошо. Молодец, наверное. Хороший человек. Ну, работаю таксистом. Ну, просто читать. Да, катали бы вас нахуй. Отдохни, брат. Удачи. Веселые ребята попались. Очень веселые. Ну, за $250, кстати. На счету уже 2000. Ждем следующий заказ. Ребята взяли заказ, еще один, ехать до него 2 километра. Почему-то мне кажется, что сейчас этот человек его успешно отклонит, скорее всего. Почему-то мне так кажется, но пока что таких признаков нету. Машина, кстати, уже конкретно задыхается. Она уже ехать не может, но при этом... Старается ехать. Да. Ожидаемо. Честно, ожидаемо, но... Ну ладно. Ладно, ждем следующий заказ. Пришел еще один заказ, буквально. Вот-вот-вот. Ждал примерно его минуты две. Ехать километр. Надеюсь, хотя бы этот клиент его не сможет отклонить. Ну... Посмотрим. Вот уже почти к нему приехал. Полкилометра ехать. Так. Уже, кстати, стал... О, нет. Стал уже более-менее ориентироваться по городу. То есть уже... Так. Пошел процесс довольно-таки активно. Вот, кстати, наш клиент... Здравствуйте. Есть чем. Сейчас, погоди, постой, я тебя вызвал, сейчас с ней. Окей. Эй, стой. Какие-то здесь разборки происходят. Ну, сказали, подождет, давайте буквально минутку подождем еще. Что-то люди, видимо, собираются покупать в магазине. Ну, подождем. Да, печально выглядит наша машина. Очень печально. Но это не сам. Здорово, таксист. Здравствуйте. Так, давайте машину заведем. Цена, ну давайте 150 поставим. За 500 поедем. Давай за 500. Давайте, почему нет? Видимо, какой-то щедрый человек попался. Ну, скорее всего... Скорее всего, все-таки мы поедем за $150, как я ему написал. Жаль, что я не понял, что это очень богатый человек, и... Я бы ему... Не, давай сперва до банкомата доедем, до ближайшего банкомата. А вас до банка довезти? Да. Так, ну здесь немножко маршрут поменялся, но ничего страшного. Спасибо, я обратно выйду из машины только. Так, надо его подождать, как я понимаю. Надо его подождать. Ну, давайте подождем. Почему нет?
Так, 2200 пока что. Из машины денежку тебе дам. Нет. Спасибо. Ой, давайте парковки мне дай. Спасибо большое. Да, поехали. А за сколько? Ну вот тебе 500 дал, ты меня так-то и не довез. Да-да-да, хорошо, хорошо. Это по пути рейс. А вы сели в машину. За руль. Садись. Все, поехали. Вот 500, получается 600. Он бомбил. 650. 2000. Нормально, нормально. Все, спасибо тебе. Спасибо, удачи вам. А именно, ни гвоздя, ни жезла. Спасибо. Да, веселые люди. И богатые при этом. Неплохо. 2730. Мы заработали за весь день, точнее, за всю нашу карьеру таксиста. Мне кажется, что довольно-таки это, ну, неплохая сумма. Неплохая сумма. Поэтому, да, нашей машинке тоже досталось немало. И в Бордейку прилетела, да, в принципе, и по кругу прилетела ей, но обязательно мы ее починим. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите следующих видео, обязательно смотрите предыдущие мои видео по GTA RP. Всем удачи и всем пока!